Смотрите, я сейчас нахожусь в палатке. Такая вот палатка. Вот. Здесь там вход. Марсель там ходит. Тут окошко. Низкое. Такое. Низкое, говорит, да. Тут надо, в общем, наклоняться. Ну, надо нагибаться. Нагибаться. Вот, в которой мы сейчас были. Вот это она. Это просто тем лучше. Вот здесь просто переодеться зайти, типа тоже того. Надо. Тут еще одна. Ну тут я почти это уже. Тут типа спать. Смотрите, раз тут спать закрылся. Ага. И спишь. А здесь остальные такие сидят. Вот тут еще можно спать. Ну, высота вот так. Да. Так что вот, мы, в общем, в палатках. Не думайте, мы не смотрим палатку. Нет. Мы так. Да, это большой гипермаркет. А есть Спортмастер. Лежанка, раскладушка такая. Не знаю. Раскладные столики. Может, раскладушка тут есть? Не знаю, стулья только. Спальные мешки. Смотри. Спальный мешок для головы только место. 9 800 11. Это тонкий спальник. Застегивается. Почему? Хороший, толстенький, мне кажется. Внутри пусто. Ну ты там, нет, ты и будешь. Вот будет. Короче, длиннющий такой. Или в Сибири ты будешь? А, ну в горах. Нифига, ну ты минус 30 минус не надо, будешь надо. Же. Не надо. Вон в этих палатках тут мы были. Вот, ты вот такую раскладушку, что ли, имел в виду? Да нет, это складушка. Нет, надо. Только она какая-то. Да, это не то. Можно нормально рассказать. Можно было бы поставить турник без последствий. Вот, смотрите, классно. Заниматься. Турник, да, смотрите. Ну, дверной проем турник. И, ну, стена как новая. Такая, как и была, чтобы не портить. Да, стену испортишь, конечно. Такие раздвижные проем. Турники. Перчатки маленькие, наверное, маленькие. Вот у меня залазит, но они мне живут. А это что это? Это какие-то совсем детские что-то. Мне кажется, надо смотреть, может, по размеру есть побольше. А, тут S написано. Давай искать XL. Осторожно, она тяжелая. Поднял. 32 килограмма, офигеть. Нет, слишком тяжело. Ой, тут даже их не это не толкнешь. Там разные есть, 8, 12, 16. Так, мы смотрим кроссы. Кроссовочки. Маленькие. Тут все маленькие. Ага, 8 тысяч, понятно. 5 800. Которые нравятся, дорогие, да? 5 800, да. Типа Nike. В смысле типа? А, ну за 4 с половиной.
Пошли к вас возьмем. Да? Двадцать четыре часа. Неужели они тут 24 часа сидят с сувенирами? Хлебница. Мне кажется, трясет. Маски по 30 рублей в продаже. Колокольчики там какие-то, ракеты даже есть. 25, наверное. Есть магнитики. Магнитики есть. Сейчас мы квас возьмем. И когда пойдем, узнаете, что это железнодорожный вокзал? Ой! Здесь KFC сразу, как выходит из железнодорожного вокзала. Чтобы вот здесь. Полчаса счастья.